городские власти долго спорили, быть демонстрацией или маевки. И по желанию трудящихся все-таки настояли на демонстрации. Цветы, улыбки, во всем праздничное настроение. Хотя депутаты горсовета намного сократили расходы на всякого рода лозунги, диаграммы всевозможных громких рапортов. Сокращено само время демонстрации. Но это, как видите, никак не сказалось на красочности народного праздника. Наоборот, больше правды, говорят люди. Действительно, пусть ее будет больше не в кумаче транспарантов, а в настоящей жизни. Ведь знаем, сколько проблем предстоит решить. Но перемены к лучшему в Узбекистане есть. В эти предмайские дни мусульмане республики впервые открыто, широко праздновали исламский праздник Рамазан Хаид. Новые квартиры, детские садики, школы, спортивные сооружения к празднику 1 мая. И много других добрых дел.